الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Итак, мы, машалла, в эфире. В гостях у нас Асхат Хазрат. И мы делаем толкование Корана через призму ученых, муфассиров, которые, машалла, являются... которые дали нам это знание, дали нам это наследие. Асхат Хазрат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалям, ва алейкум ассаляму ва баракату, шейх Абдул-Басит, ва алейкум ассаляму ва баракату, братья и сестры. Бисмилля. Хотелось бы продолжить вчерашнюю тему, которую мы вчера начали. Такую вроде бы что-то у нас поменялось, да, картинка чуть-чуть? Да, мы попросим технического специалиста обратно вернуть меня и еще раз убрать, потому что я ушел, но... Как-то меня пополам поделили. Это сейчас вспомнилось, это когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шутил, из сахабов, радиаллаху алейхим, был очень таким полным, и когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям ему делал в пути, когда шел, оставил палатку, и то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям любил шутить, и когда с ним шутили, и один из сахабов, радиаллаху алейхим, заходил, он был полный, толстый. И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Удхуль, заходи». Я хотел пошутить с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Я расула халь удхуль кулли ауджузи». Говорит, мне полностью зайти или часть меня. Поэтому я сейчас на картинку смотрю, как будто так у меня частичка. Как будто. У зрителей все окей. Мы видим себя пополам. Все хорошо. Халас, стоим, шалай, баракалафикум. На что мы остановили вчера на теме то, что аль-ухуа, братство ради Аллаха субхана ва тааля. И сказали то, что братство ради Аллаха субхана ва тааля, привели аяты, привели хадисы из посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, хадисы Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям на эту тему и размышляли на конкретно двух аятов, где субхана ва тааля сказал: «Ва аллафа байна кулубихим». Аллах сблизил их сердца, связал их сердца. И над аятом, где субхана ва тааля сказал: «Иннамаль муминун ихва», поистине верующие они братья. И «Ва аллафа байна кулубихим», «Лау анфакта ма фил арди джамиам ма аллафта байна кулубихим». И Аллах субхана тааля сблизил их сердца. И там дальше идет обращение к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям: «Я Мухаммад, если бы ты даже был, ты будучи даже посланником, все богатство, которое взял бы и отдал бы ради того, чтобы сблизить два сердца между собой, ты бы этого сделать не смог». И мы говорили насчет ухуа. Остановились над следующим разделом: аль-интика, аль-ихтияр, то есть выбирать братьев. То есть мы сказали, то, что не каждый подходит, дабы быть и являться твоим братом. Поэтому, как сказал один из ученых, я для себя выбираю братья, подобно тому, как будто я для себя выбираю саф, ряд, которые будут за меня молиться, салат аль-джаназа. Поэтому, как сказано, я взяу нас, я умн кияма, ухумля я взяу. То есть в судный день будут люди страшиться, будет некий трепет, страх в их сердцах, а эти братья, в их сердцах не будет трепета, они будут аляль манабирин фидилли аршир рахман, они будут на, субханаллах, на тронах, под тронах из нура, под тенью Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Эти, то есть, представляете, братья и сестры, все будут в страхе, у всех будет некий трепет, переживания, но эти люди, любящие друг друга ради Аллаха субхана ва тааля, будут в спокойствии под тенью трона Аллаха субхана ва тааля, на мимбарах, на возвышенностях из нура, которым будут завидовать набиюна ва шухада, будут завидовать пророки и шахиды. То есть какая-то великая награда от Аллаха субхана ва тааля, то есть именно любить друг друга ради Аллаха субхана ва тааля. Также هذه العلاقه مستمره حتى في الاخره. Вот это вот братство, вот это вот отношение, оно не только в этой жизни, но продолжается и в судный день, и в ахирате, вечности. Как субхана ва тааля сказал في القران: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الاخلاء это близкие друзья. То есть бывает, люди на чем-то собираются в этой жизни, близко дружат. Кого-то связывает бизнес, кого-то связывает работа, кого-то связывает учеба, кого-то связывает харамные вещи какие-то, а кого-то связывает любовь ради Аллаха, поклонение Всевышнему, субхану ва тааля.
Да, они могут вместе бизнес вести, они вместе могут работать, но основное то, что они почему любят друг друга ради Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля сказал: друг другу близкие люди, друзья в судный день будут врагами. Илля аль-муттакин, кроме богобоязненных братья, они будут в этой жизни, они вместе, альхамдулиллах, и в вечности тоже они будут вместе, альхамдулиллах. А небогобоязненные грешники, которые собирались на греховном, они будут друг друга ругать, они будут друг друга проклинать, потому что в этой жизни они собирались: почему ты меня звал на этот грех, почему мы грешили вместе и так далее. Поэтому, субханаллах, вот этот братство аль-хуа филлах, именно вот это братство ради Аллаха субхану, не только в этой жизни, но и в вечности также, альхамдулиллах, она принесет плоды. Поэтому, как сказано, филь-джанна сук-аль-джума, в раю есть такой рынок, пятничный рынок, где там будут собираться братья, альхамдулиллах, и они будут, что? Они будут вспоминать там те дела, которые они сделали в этой жизни. Помнишь, когда Аллах простил нас, брат? Помнишь, когда Аллах Субхану Тааля смилился над нами? Когда мы были на таком-то заседании, Аллах Субхану Тааля посмотрел на нас, посмотрел взглядом довольствия и простил нас. Субханаллах. Поэтому Аль-Джабир, радаллаху анху, бака, аля фирак и ахибба. То есть, когда он умирал из-за этой жизни, уходил, Джабир, радаллаху анху, плакал. И сказали: фама юбкик, кали абки аля фирак абки аля фирак ахибба, ва хаваджир сиям, ва киям ил-лейл. Я плачу из-за трех вещей. Первое, то, что я расстаюсь с своими братьями, разлука с своими братьями. Второе, то, что я расстаюсь с постом, ураза. То есть мы вас сейчас сами с вами держим, скоро подходит ифтар, но в раю не нужно будет поститься, братья и сестры. Поэтому здесь мы проявляем некоторое терпение ради Аллаха Субхану Тааля. А тот, кто полюбил это, не тот, который вот поклоняется Аллаху Субхану Тааля, дабы это побыстрее прошло, закончил, побыстрее бы закончился ям. Не, он полюбил сам пост, полюбил Аллаха Субхану Тааля, полюбил пост, любит поститься и будет плакать, то что я уже не смогу больше поститься. Ва киям ил-лейл, и я не больше уже не смогу выставить ночные намазы. То есть так он полюбил это. То есть кто-то из нас просыпается ночью, боится наказания Аллаха. Кто-то просыпается, чтобы грехи замолить, попросил Аллаха прощения. Кто-то просыпается, чтобы получить удовольствие джанна, а кто-то просыпается уже. Он все это хочет, да, ранее перечисленное, но основное то, что его разбудило, это скучает по Аллаху Субхану Тааля, скучает, чтобы его лоб сделал земной поклон Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, соскучился по Субхану ва Тааля, соскучился по намазу. И вот плакал Джабир радиаллаху анху, то, что я больше, даже если его обитателем рай, мин ахлиль джанна, я больше уже не смогу поклоняться Аллаху, я больше не смогу молиться. Вот знаете, вот такие были саляф салих, вот такие были сахабы радиаллаху алейхим. قال أحد السلف عند الموت: اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيتك فإني كنت ممن أحب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لي إليك. فقلت: أو الله سبحانه وتعالى, ты знаешь, что опять же салиф салих не так грешили, как мы с вами. У каждого есть грехи, да, но у них не было таких грехов, как у нас. Но из-за их тавадуа, из-за их аль-вара, то есть богобоязненности, да, такое, они что говорили: о Аллах субхану ва тааля, поистине, ты знаешь, что я из тех, кто тебя слушался. Но даже если я тебя слушался, то я люблю тех, которые тебе подчиняются. И сделай мою любовь по отношению к тем, которые поклоняются тебе, подчиняются тебе, приближением к тебе. То есть, субханаллах, смотрите, это قرب الى الله سبحانه وتعالى بذلك. Приближаясь к Аллаху субхану ва тааля через любовь к таким рабам, которые поклоняются Аллаху субхану ва тааля. Поэтому на сегодняшний день, если посмотреть между братьями, если давайте посмотрим, да, какая вот сейчас на сегодняшний день смотришь, алака тиджария, малия, алакат, маслаха. На сегодняшний день мало осталось такой любви ради Аллаха субхану ва тааля. Все отношения — это бизнес, взаимовыгода. Если хада и такие, хада хадаминни, вахаттуминни, это забрал у меня, я забрал у него, он мне дал, он мне не додал, он мне не вернул. Вот такое вот. То есть мало вот этой вот любви ради Аллаха субхану ва тааля. И мы не сможем прочувствовать сладость веры, пока мы не прочувствуем вот эту любовь ради Аллаха субхану ва тааля. Поэтому хакикат аль-ухуа филлахи азза ва джалла, инна кадият аль-ухуа филлахи лайсат шиаран дуна хакика. Поистине, любовь ради Аллаха субхану ва тааля, это не какой-то шиар. Любовь ради Аллаха субхану ва тааля, это не какой-то знамя, там, не какой-то лозунг. То есть, а любовь ради Аллаха субхану ва тааля, это именно
когда ты ради Аллаха Субхану Таля любишь своего брата, когда ты ради Аллаха Субхану Таля готов ему помочь, а когда ты ради Аллаха Субхану Таля, иншаллах, ты его с ним проводишь отношения, на вас не связывается, ни бизнес вас не связывает, ни какие-то взаимовыгодные, а именно любовь ради Аллаха Субхану Таля. Антакуна не халиса лиллахи азза ва джалл, и чтоб нет было у тебя ради Аллаха Субхану Таля искренним. Поэтому друг другу делать насихат, наставления, помогать физически, материально. Ида сальна ахана ма'анатуху нахну мукассирин фи хаккихи. То есть если мы спрашиваем у нашего брата, у тебя есть ли какая-то нужда, брат, значит уже мы должны понимать то, что мы не выполнили его хак. Мы не додали ему то, что... Почему? Потому что мы должны не спрашивая давать, мы должны не спрашивая, ну есть ли у него нужда или нет, помогать друг другу. Вот это и есть любовь ради Аллаха. Поэтому, если мы будем такой, вот это должно, вот это затерялось у нас, я вот самому себе говорю, всем нам, братья, то, что затерялось у нас сегодня взаимовыгода, отношения, бизнес и так далее, да, а вот именно любовь ради Аллаха, субханава та'аля, мало стало, то есть нету такого. Поэтому, субханаллах, поэтому вот эти вот братья, именно искренние братья, которые любили ради Аллаха, субханава та'аля, они в этой жизни всегда будут вместе рядом с нами, и в вечности тоже будут вместе рядом с нами. Кама каля хасан рахмуллах. إذا كان أحدهم يشق مئزره بينه وبين أخيه، حسن البصري رحمه الله сказал، то есть в их время, если у одного человека одна рубашка была, то он эту рубашку на две части делил. То есть мизар, то есть одежду делил пополам, резал половину моему брату, половину мне. То есть как-нибудь на двоих одну рубашку поделил. Вот такое было вот отношение братское. Поэтому также должно быть такдим хаджатику аля хаджатик. То есть мы в чем-то нуждаемся, но мы должны нужду брата ставить в первую очередь. Потом уже нашу нужду. То есть нужду наших братьев мы должны думать в первую очередь, да, мы нашу нужду. Поэтому аль-мазкур фи каули ллахи тааля, об этом сказано в Коране, где субхана ва тааля сказал: "Ва юсируна аля анфусихим ва лау кана бихим хасаса, ва ман юка шухха нафсихи фа улаика хумул муфлихун". Сура аль-хашр, 9 аят, субхана ва тааля сказал: "Юсируна аля анфусихим ва лау кана бихим хасаса". То есть они делятся, то есть дают что-то другим, то есть нежели себе. Даже если у них была в этом сильная нужда. То есть человек сам нуждается, но он, однако, эту нужду ставит на второе место, вначале брату своему помогает. А тот, кто смог свою душу освободить от скупости, жадности, то эти люди преуспевшие, говорит, субхана ва тааля. Тот, кто не жадный, тот, кто не бахиль, не скупой, этот человек приобрел успех, сказал Всевышний, субхану ва тааля, наш Создатель. Также Аллах субхану ва тааля говорит: «Я айюха ладзина аману, ла тубтилу садакатикум бильманни валь аза». О верующие, не аннулируйте свои садака упреками. То есть, если ты дал, все, забыл. Не нужно, как некоторые бывают, кто-то дал, и всю жизнь он помнит, там, ага, тогда-то дал, тут дал это, я ему дал, а он так поступил. Вот этого не должно быть у верующих мусульман. Давайте теперь посмотрим. Бакал вакт андана фи вакт, сах? Да, есть, конечно. Намазыч фил ухуа филлах. Какие же вот примеры братства ради Аллаха, субхану ва тааля? Арад Саад ибн Рабия, али Абдурахман бин Ауф, ну сумали. То есть смотрите, были мухаджиры, переселенцы из Мекки в Медину. И Аллах, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сделал муаха, сделал братство между мухаджирами и ансарами. Абдурахман бин Ауф был из мухаджиры, из мухаджиров, из переселенцев из Мекки, переселились в Медину. Саад бин Рабия был из ансаров, из жителей Медины. Они богато жили. И вы знаете, то, что мухаджиры все оставили там, в Мекке, все свое имущество, семьи, и переселились в Медину. И тогда Саад бин Рабия сказал: вот мое имущество, я его делю пополам, брат мой. Половину я тебе отдаю. У меня есть два сада. Выбирай любой из них, который ты себе захочешь. И у меня есть две жены. Это еще было до того, как Аллах субхану ва тааля приказал хиджаб. Говорит: выбирай любую. С одной сделаю талак, разведусь, и она будет твоей. Посмотрите, до чего у них была любовь ради Аллаха, до чего у них было братство. Но в свой же момент Абдурахман бин Ауф не был тамма, не был таким, который бы хотел бы за счет своего брата обогатиться. Он сказал: нет, брат, дулля не аля сук. То есть, джазак Аллах хайр за твое вот предложение. Покажи мне, где у вас рынок. Я буду работать. И он показал ему на рынок, и он начал заниматься торговлей. И Абдурахман бин Ауф стал одним из богатейших сахабов, радуан Аллаху алейхим. То есть, такое вот братство было у них. Каля Абдулла бин Умар, معبرا عما كان في ذلك الصدر الأول. То есть Абдулла ибн Умар
сын Умара, Абдуллах, рассказывает. То есть Абдуллах ибн Умар застал время сахабов, время табиинов, и он рассказывает то, что было раньше. То есть последним уже, который в табиине пришли, он рассказывал то, что было во времена сахабов. Он сказал, «Ата алейна заман». И я бы хотел, чтобы вот эти вот слова, субханаллах, они настолько пронзительны, настолько мурашки даже по телу, чтобы мы каждый задумались и смогли бы эти слова в нас самих прочувствовать. Если в нас что-то из этого есть, а наверняка оно есть, то смогли бы измениться в лучшую сторону. «Ата алейна заман». وما يرى احد منا احق من الدينار والدرهم من اخيه المسلم وان في زمان الدنيا وان في زمان الدينار والدرهم حق الينا من اخينا المسلم. كلمات عظيمه. То есть великие слова. То есть было у нас время, когда для нас динар и дирхам, то есть можно сказать на сегодняшний день доллары, евро, рубли, там не знаю, фунт стерлинги, лиры, да, то есть деньги, золото, серебро, было время, для нас было более ничтожнее, чем наши братья. То есть братья для нас были любимы, чем эти деньги. Но сейчас мы живем в таком времени, когда динар, дирхам для нас более любимы, чем наши братья-мусульмане. То есть, субханаллах, это нужно достойно, нам нужно задуматься об этом. И опять же, это можно в контексте, посмотреть в том контексте, когда где-то есть нужда помочь братьям, помочь сестрам. Для нас деньги эти более любимы. А когда покупаем брендовую одежду, мы не смотрим, сколько мы тратим. А когда мы нужно помочь братьям, сестрам, мы смотрим, субханаллах. И самую маленькую купюру берем оттуда и даем. Если у нас есть в кармане 5 тысяч, 1000 рублей, там 2 тысячи рублей, 500 рублей, мы берем 100 рублей даем. Мы не даем 1000, мы не даем 2 тысячи, мы даем 5, мы даем что-то из самого меньшего. Поэтому для нас на сегодняшний день, к сожалению, субханаллах, и мы должны лечить свои сердца от этого. Я всех призываю, самого себя в первую очередь, от скупости, от жадности. Мы должны жить от того, что от этих вещей не должна быть у нас привязана сердца к дуне. Должно у нас привязано быть к ахирату, к вечности, а то, что у Аллаха лучше и вечно. Но при этом я хочу сказать, что я не призываю людей там быть монахами, там, да, или от всего отказаться. Нет. Но чтобы нам в сердце не заходило, а заходило в сердце больше, что любовь ради Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому, когда мы что-то дали, мы должны забывать. Все. Атайта инса. Отдал что-то, помог, забудь все это. Ты ради Аллаха сделал. Поэтому قال بعد السلف, посмотрите, некоторые салиф говорили следующее: إني لا أستحي من الله أن أسأل الجنة لأخ من إخواني وأبخل عليه بالدينار والدرهم. Говорит, субханаллах, говорит, я говорю, стесняюсь, когда дуа же мы просим, о Аллах, просим у тебя рай, да, просим у тебя рай моим братьям, сестрам. Но он говорит, я стесняюсь у Аллаха просить, субхана ва тааля, за своего брата. Мусульманина, брата просить джаннат, рай, в тот момент, когда я сам ему жалею, да, динар или дирхам. Субханаллах, представляешь? То есть Аллах, какой дорогой рай. Как я у Аллаха буду просить это, когда я сам, субханаллах, жадный, то есть, да, субханаллах. То есть стесняюсь просить Аллаха, субхану ва тааля, за брата своего джанна, сам в тот момент, когда я динар или дирхам ему жалею. Руи анна масрук, рахмаллах, аддана дейнен факилен, ва кана аля хи хейсама дейн. То есть масрук, рахмаллах, у него был долг. И у его друга тоже, Хейсаме, тоже был друг. И Масрук, то есть узнал, то есть у него самого был долг. Масрук узнал, что у его друга Хейсаме есть долг. Он пошел вначале, его долг хотел закрыть, потом уже свой. А у Хейсаме также узнал, что у Масрука есть долг. И пошел не свой закрыть, а долг Масрука. И когда уже представляете, братья, то есть... Как бы они приходят, и каждый у них долг закрыт. Только они не сами свои долги закрыли, а друг друга закрыли, не сказав друг другу об этом, субханаллах. Представляете, какая любовь была ради Аллаха, какое братство было ради Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому кану баъдум ядауна дарахим фи ниали ихванихим. То есть некоторые салях дирхамы, деньги клали в сандалии, в обе своих братьев, когда они заходили там на какой-то меджлис, там заходили в мечеть, например, или куда-то в гости. И почему они так делали? Говорили, инне акрах. То есть, ан йатахаммар ваджха ахи, индама янзуру илейя, ва ана кад атайтуху лаху шей. Субханаллах. Говорит, почему так мы делаем, говорит, кладем в
именно в обувь, потому что, говорит, один из салях сахар говорит, я стесняюсь, чтобы мой брат смотрел в мое лицо, его лицо краснело, ему было неловко, неудобно. Поэтому лучше, чтобы он не знает, кто этим дал. Опять же, один тот, кто может за это наградить, уважаемые братья и сестры, знает. Аллах Субхану ва Тааля знает. Поэтому лучше бы, чтобы не знали они даже, хамдулля, кто дал и так далее. Поэтому мы же это делаем ради Аллаха Субхану ва Тааля. А у нас как бывает, Субхану, вот я тебе дал, не забудь спасибо сказать, потом что-то ты там, вдруг его что-то там, он тебя просил, ты это не сделал. А, я ему столько помог, я ему столько сделал, а он в ответ так, вот так, Субхану, это не, ты, значит, не ради Аллаха, Субхану, ты это сделал. Поэтому кассир меня, многие знают, кто хотят в ответ получить шукр, спасибо, но мы должны делать, давать и забывать, все, ради Аллаха, Субхану, ты аля. Поэтому хотим удовольствия от Аллаха, а не от кого-то другого. Поэтому некоторые специально своим братьям икану дахируна нафис, то что-то собирали для своих братьев, потом угощали их. Брат Хасан Басри, у него всегда было ротап, он клал ротап, то есть свежие финики, и прятал от своей семьи, прятал это под кроватью, субханаллах, тахта сарир. И когда приходили его братья, сказали, иннама аддахарту лихвани, я говорю, это для своих братьев специально спрятал, то есть семье не оставил, что-то как бы или откладывал, это я для своих братьев отложил. Вакаля Абу Хальда, دخلنا أبو خلدة сказал دخلنا على ابن سيرين أنا وعبد الله بن عوف وزشلي مك ابن سيرينه اترسكز أبو خلدة يا عبد الله ابن عوف برات عبد الرحمن ده فرحب بنا وقال أدري كيف ما أدري كيف أكرمكم говорит, я даже не знаю, как вы ко мне пришли в гости, я не знаю, мои братья, настолько вы, я вас люблю, не знаю, чем вас угостить, субханаллах. Субханаллах говорит, رام أهل أفضل أنهم زاروه. То есть он يراهم أفضل فضل أنهم زاروه. Увидел, что они его братья, которые он любит их, и они его навестили ради Аллаха Субхану. И он хочет как-то их чем-то удивить, чем-то угостить. И сказал: كل فيكم في بيتي خبز ولحم. لكن سأطعمكم ما لا يكون ما لا عندكم. Говорит, у всех у вас дома есть мясо, у всех у вас дома есть хлеб, но я хочу вас угостить то, что у вас нету. И начал доставать мед, который специально для братьев откладывал, и начал его коня, я ктабисикин, резал ножиком этот мед, застуженный мед, и угощал своих братьев. То есть, уважаемые братья и сестры, об этом много можно говорить. Что хочется сказать? Быстро наша жизнь пролетает, валлахи. Вот Рамадан, видите, уже как быстро пролетает, уже все скоро заканчивается. Субханаллах. Вот. И наше сердце как-то уже грустно становится, потому что мы разлучаемся с этим месяцем, и так быстро все проходит. Смотришь, субханаллах, вот как вспоминаем мы себя. Вчера вроде как были маленькие, бегали рядом там с папой, с мамой и так далее. Сегодня у нас самих дети уже есть, около нас бегают, субханаллах. У кого-то уже мама и папа уже ушли из этой жизни. У кого-то один из них ушел. И смотришь, что, субханаллах, мы так же жизнь у нас проходит. И быстро прилетит, вот как Рамадан прилетел, как последние дни прилетели, быстро и наша с вами жизнь прилетит, братья и сестры. Динар и дирхам останутся все здесь. Золото, серебро останется здесь, деньги, сколько бы мы ни зарабатывали, все деньги не соберешь, и сколько бы человеку ни дали, его душа не успокоится, как сказал пророк, саллаху алейхи ва саллям, долину золота дадут, хотя вроде все, что там, долина золота, это тебе, твоим детям, внукам, праправнукам, обязательно человек вторую попросит, дадим вторую, третью попросит, сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Поэтому вот эти вот ценные вот эти качества, которые должны были в наших родителях, у наших дедушек и бабушках раньше. И в сахабах, ридван Аллаху алейхим салям салих, любовь ради Аллаха субхана ва тааля, дружба ради Аллаха субхана ва тааля. Вот это нужно интересно. Сегодня день, что мы забыли уже, когда друг к другу в гости домой приходили. Майита, муат, мертвые люди к нам чаще нас навещают во сне, чем живые, субхана. Опять же, в кафешках встречаемся, в том кафешке, домой уже не приглашаем и так далее. Поэтому я что хочу? Хочу всех призвать, братья и сестры, алхамдулилля. Нужно как-то вот возобновить себе вот это, то, что мы потеряли. Любовь ради Аллаха. Когда мы не жалеем отдать последнее ради Аллаха. Когда у нас есть кусок хлеба, мы сможем его поделить на две части и поделиться своим братом. Вот это вот. И не смотреть только взаимовыгоды. Я тебе, а ты мне что? Нет, я тебе помогаю в нужный момент. Я-то не сомневаюсь, что ты мне также поможешь, но я не жду этого ответа от тебя. И вот тогда, вот, иншаллах, я думаю, наша умма будет сильнее.
Мы когда говорим громкие слова умма пророку, саллаллаху алейхи салям, там обсуждаем какой-то президент, там какой-то правитель, там какой-то король. Давайте себя начнем вот с маленького круга. Вот два брата, три брата, одна семья, там две семьи, там, я не знаю, там имеется в виду, там двоюродные братья. Это. Вот давайте отсюда начнем. Если сможем это сделать, альхамдулиллах, чтобы вот вместе вот так вот держаться и завет ради Аллаха, субхану ва тааля, завет в Аллаха, любить ради друг друга, ради Аллаха, тогда, может быть, хотя бы чуть-чуть мы будем достойны думать что-то, как правильно поступить тому правителю и этому правителю. Валлаху алейкум, джазакум ла хайр, ва саллаху аля набиина Мухаммад, ва аля алейхи ва саллям джамаин. Ва иякум хайру джаза, хазрат. Ва иякум хайру джаза. Также благодарим, говорим спасибо всем, кто был сегодня с нами, машаллах, из наших братьев, сестер, учеников. Альхамдулилля, у нас осталось несколько дней Рамадана. Мы, иншаллах, я думаю, еще несколько очень важной информации, актуальной для этого месяца с хазратом донесем. Также Академия Медина проводит ежедневные прямые эфиры с сестрами. Там и 1000 сестер бывает, и 2000 сестер бывает, машаллах, поэтому приходите. Но только для сестер по Москве в 14:00, тоже тафсир Корана. Аллах барик фикум всем. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.